матч, которого ждали, которого ждут, которого будут ждать. Магнитогорский «Металлург» против «СКА» из Санкт-Петербурга. Момент, атака на атаку, пока ты форум. Шипачев назад, Ковальчук. Передача, бросок. Да, первая залетает. Пауза Крисарев, и Магнитогорский «Металлург» реализует численный перерез. Ох, какой момент и какая шайба! Ох, какой пас! Никто больше, чем «СКА», таких моментов нам не дает. Опасно, Додонов, гол, 3-1. Да, тут пошла шайба и вылетела так, что ее, может быть, даже не все на площадке увидели. Передача, добивание! Вот это то самое повезло! Это Сергей Мазякин лично! Сначала так, потом вот так. Да, она могла пойти мимо. Понимаете, но когда с завязанными глазами попадает такой мастер, он вам скажет, это тебе повезло. И будет прав. Бросок! Опасно! 3-3! 3-3! Данил Зарипов! И вот сейчас первое звено завелось, как первое звено. Опасно! И Магнитогорский «Металлург» вырывает побег! Магнитогорск побеждает в овертайме со счетом 4-3. А «СКА» опять дарит зрелище!